на ремонте вот такая мясорубка СТ, модель СТ-ФП-00857. Значит, она включается, работает, но что-то проскакивает после того, как попалась косточка в механизм сюда, в саму мясорубку. Что-то сломалось внутри, какая-то механическая поломка, сказал так хозяин. Что именно, не знаю. Сейчас будем смотреть. Тут есть такие два фиксатора. Начнем, наверное, с них разборку. Зачем то, что они есть от фиксатора. Снимается. Но я так понял, что это не поможет разобрать. Разбирается с помощью винтиков. Винты вот под крышкой два. И глубокие винты еще три. Значит, винты очень глубокие, поэтому или длинная отвертка нужна, или у меня вот такая длинная насадка есть. Значит, отвертки обыкновенные крестовые. И туда глубоко вставляем, откручиваем и разбираем. Винты откручены, можем располовинивать. Качество пластика не на высоте, скорее всего, качество механизма тоже будет не на высоте. Сохраняем винтики отдельно. Ну что же, я включал, в принципе, тут все нормально, биений никаких я не наблюдаю, но не снимается. Тут еще, чтобы снять вот этот винт, нужно открутить, и тогда можно вот этот. Тогда снимается сам механизм. Ну и будем смотреть, откручиваем вот эти винты для того, чтобы разобрать и посмотреть, что в середине. Докручиваю винты. Теперь можно снять крышку. Так. Ну, что-то я не понял. Не понимаю я хозяина. Поставил меня в неловкое положение хозяин. Потому что что-то я не вижу никакой механической поломки. Все в неплохом состоянии. Но сейчас буду уже более подробно разбираться. Придется созваниваться и узнавать, в чем вопрос, потому что ни одной проблемной... Ни одного проблемного места на вот немножко есть. Ага, есть таки. Значит, сейчас постараюсь вам. Значит, не видно. Постараюсь показать. Вытру смазку и покажу в увеличенном виде. Итак, хочу вам показать вблизи. Обратите внимание, вот здесь еще нормальные зубья.
А вот здесь сточенная. Видимо, сюда подходит вал самого электродвигателя. И вот он, видимо, брал только за края, краечки. И вот начал срезать. Хотя, если бы зацепление было не только до половины шестерни, а дальше, возможно, бы этого, хотя, может быть, выломался бы. Ну, вот оно, получается, под нагрузкой доходит до этого места и облизывает. Начинает проскакивать. Нужна вот такая шестерня. Вариантов два, три. Найти шестерню не факт. Сейчас буду искать в интернете. Второй вариант — это попробовать электродвигатель, вал электродвигателя подвинуть ближе к шестерне, чтобы он захватил глубже. И тогда еще, может быть, получится поработать. Это второй вариант. Ну, или ничего не делать и тогда выкинуть просто мясорубку. То есть, ну вот сейчас будем думать, что из этих трех более возможно. Итак, что у нас есть? Вот старая шестерня. Она свободно заходила. Новая шестерня, ну, буквально прямо плотно впихивается. Здесь, помните, я вам говорил, что здесь был свободный ход, и шестерня заходила на пол. Значит, у нее было 40... 40... Сейчас уже получается, что новая шерсть не ремонтная, чуть больше по диаметру. Специально для того, чтобы выбрать вот этот недостаток. Кто-то уже позаботился об этом. Смазки полно на стенках лишней. Вот эта смазка. Здесь много ее, в принципе, и не нужно. То, что где-то разнеслось, оно все равно раскидывает по стенкам. Нужно посмазывать и на место вставляем. Ну, собственно, вот и все. Получается, что... Простите, я что-то не то делаю. Это старая шестерня. Вот ее родная. Вот в этом заключается ремонт. Распределяем смазку так, чтобы она друг до друга доставала. Ставим на место и попадаем в шестерни, куда нужно, и закручиваем винты. Ну, собственно, и все. В этом ремонт собираем в обратной последовательности. В любом случае он будет работать. Он и с этим работал, без нагрузки вроде бы крутится. Но как только доходит, когда есть нагрузка, он крутится, доходит до срезанных частей и на нем останавливается и слизывает. Потому что шестерня доходила, именно вал металлический, доходил, ну, вот до середины этой шестерни, и тут облизывался. Из-за производственного брака. Конструкционный брак, шестерня меньше по диаметру, чем хотелось бы. Китайцы учли, и есть один в один размер, а есть чуть-чуть больше. Как раз сейчас вам, честно говоря, пока начал ставить, забыл. По-моему, сорок пять и семь, а тут 47,5. Тут, по-моему, 45,5, а тут 47,5. Ну, что-то такое, то ли на 1,5 миллиметра, но больше. И
сейчас, секунду. Вот размер шестерни. Диаметр маленькой шестерни 17,7, диаметр большой 47,5. И вот такая шестерня хорошо подходит, выбирает все зазоры и будет работать дольше. Во всяком случае, более крепко будут держаться зубы, зубья именно шестерни. И после собираем в обратной последовательности и отдаем клиенту. Она работает, все нормально, только под нагрузкой, когда попадала на вот эту слизанную часть, она начинала обходиться, потому что вал электродвигателя металлический, ну, до половины шестерни доставал, поэтому ее сделали ремонтную, немножко большего диаметра, и она теперь плотнее входит. Шаг зубьев совпадает, поэтому с этим проблем не будет. Все, подписывайтесь на канал. Вот такой простой ремонт решает проблему многих мясорубок, потому что такая проблема у многих мясорубок, а вот под такие редукторы в продаже есть любые шестерни. Разобрал, заменил, и вперед, мясорубка как новая. Всего доброго, увидимся на канале.